Сегодня у нас на столе обзоров карандаш для устранения царапин на лакокрасочном покрытии автомобиля. Называется он Fix It Pro, что в переводе на русский язык означает «исправь это профессионально». Данный карандаш был заказан на AliExpress за 36 рублей. В комплекте вместе с карандашом идут два сменных аппликатора. На корпусе карандаша можно наблюдать инструкцию по применению. Хотя здесь написано по-английски, по картинкам все довольно понятно. Первым делом взбалтываем, далее надавливая наносим, после убираем остатки, протирая. Ну а теперь разберем, посмотрим, что же там внутри. Снимаем колпачок. Откручиваем второй колпачок. Здесь мы видим дозирующее устройство, такое же, как для подачи жидкого мыла. Нажимаем, и вот уже жидкость. Кстати, запах какого-то растворителя. Теперь вставляем аппликатор. И, как указано в инструкции, начинаем надавливать. Ну, как видим, постепенно аппликатор заполняется жидкостью, которая находится внутри карандаша. Теперь, как говорится, опробуем в бою на автомобиле. Первым делом нужно очистить поверхность автомобиля от загрязнений. Итак, автомобиль помыт, теперь приступим к испытанию карандаша. Испытывать будем как на больших царапинах, так и на маленьких. Посмотрим, что из этого получится. Вывод из всего этого такой. Для устранения царапин все-таки придется покупать полироль. Ну а данный маркер устраняет только совсем-совсем мелкие царапины, которые в принципе, если сильно не присматриваться, их практически-то и не видно. На мой взгляд, практически бесполезная штукенция, игрушка, но за такую стоимость можно и поиграться. Ну вот в одном деле этот карандаш приходился. Было у меня пятно на крышке багажника от краски, когда красил забор. Вот это пятно хорошо получилось удалить. Вот смотрите.